Всем привет! Наступил у нас новый день, как я обещала. Сегодня продолжаю снимать для вас видео. У нас сегодня будет огородные посадки. Погода просто шепчет. Вот настолько тепло, что вы не представляете. Я сейчас хочу даже посмотреть, сколько сейчас у нас градусов. Солнце вообще греет. Ну-ка, ну-ка. Плюс 11! Плюс 11. Ну, неплохо, по-моему, да? Солнце очень греет, греет так прям. И как можно сразу понять, что сегодня выходной? Потому что все соседи сразу включают музыку, играет радио, прям так весело. Ну, нельзя упускать вот такой вот теплый день. Поистину теплый. Вы просто не представляете, насколько вот это долгожданное тепло после неделей с нордостом. Поэтому успеваем заниматься огородными делами. Все сегодня вам покажу, что мы будем сажать. Мы будем сажать именно в том месте, где вчера папа допахал. Там несколько рядов прошелся. Земля еще свежая. И хорошая, поэтому будем заниматься сегодня вот этими делами. Думаю, конечно, что без шарфа для ушей не обойтись. Все равно есть ветер небольшой, а на поле он еще сильнее, поэтому, чтоб уши свои не заморозить, надела повязку. Вот так вот. Вроде нормально. Сейчас хотим убрать пленку, потому что редиска наша уже выросла. Причем она уже очень хорошая. Вот сейчас посмотрим. Влажная земля, да? Ну, нормально. Можно будет ходить. Ну, парниковый эффект был. Слушайте, ну хорошая редиска уже у нас. Все, да. Уже хорошо ей. Можешь полить опять нормальной водой. Так я так сейчас полью. Или из бочки. Я из бочки полью. Ага, вон есть ведро. Да, сейчас из бочки полью. Принесите его сюда. Я сама принесу. Мы же в основном поливаем всегда из шланга. Зачем там нам лейки эти? Просто вода пока есть, которая дождевая, почему бы ей не полить? Я вот думаю, уже, наверное, не капельную эту трубу подцепить. Обычно я никогда не поливаю, обычно поливаю из шланга. Что там? А вода это сейчас есть дождевая, можно же ей полить. Видишь, вся трава вылезла. У нас вот этого места. Ну да. Вот этот ряд. А, да, даже здесь у нас. Даже больше. Ну, видишь, было бы тепло, она давно бы уже выросла. Холодно же было, вон как. Мы вот сейчас убрали, считай, пленку. Вот мне кажется, скоро придется нам делать грядки, как на Урале. С деревянными такими палками, потому что собаки нам всю тут разбомбят просто. Ну да, раньше такого не было, мы как-то спокойно. Сейчас две бегают. Лошадки две. Ну вот, если будет сейчас плохо себя вести, придется посадить ее обратно. Я просто думаю, как бы они не затоптали, они что-то вообще на прополу бегают. Ну, посмотрим, как они будут бегать. Ну, считай, хорошо уже лук вырос, да? Это такая хорошо. Плантация у нас. Да вон, пирожки. А люди писали, куда вам столько лука, вам на 5 лет этого да, хватит? Да нет, и чему же его будем постоянно это... Это ж не в магазин пришел, купил маленько. Да. На пироги используем, на салаты. Уж лучше будет... Пусть будет своя свежая плантация, да, с луком, чем мы потом думаем, ой, а где бы лук нам взять? Так вот, а даже недавно пирожки я делала, сходила, нарвала луку. Не жалеешь его. Че его это? Ты ж не в магазине купил пучочек. Ну, нормально, хорошо, наоборот. Здесь так и стараются его много засаживать. Да. Мы же его не купили, чтобы на него несколько головок посадить. Растет. Все, на зеленка хорошо. Хочу наполнить систему водоснабжения огорода. Это у нас для капельного полива центральная магистраль идет, вот труба. Вот сейчас все краны после зимы закрываю. Сейчас насос буду включать.
и проверять систему, заполнять водой, чтобы для полива огорода было. Вот, сейчас все закрою, потом включу насос и буду сам последним воздух выпускать, чтобы система заполнилась водой, вся вот эта труба. Вот. Так. И наполню в бочку, в нашу кубовую воды, чтобы она нагревалась от солнышка для полива, чтобы нагревалась. Да? Потому что сейчас будет, думаю, лето настало у нас. Да ну еще рано до лета, ты че? Не, ну все равно, да. Еще не жарко. Тепло, но не жарко. Ага. Эти, как они, божьи коровки. Это значит, надо будет опрыскивать. Божьи коровки, это значит, тля будет. Вот надо опрыскать деревья обязательно от тли. Они тоже, божьи коровки, как говорится, чтоб тли не было. Да, вон их везде много, я тоже увидела, вот что это, значит, в этом году. Да. Здесь у тебя косой, видишь, сломал этот кранчик-то. Да, вот божья коровка, она тлю съедает. Ну, вроде как в интернете было написано. Просто надо сейчас все проверить, чтобы нигде не вырвало ничего, да? От давления. Вон, краны белые. Я видела, что вода со скважины соленая идет. Ну что, вот соль видно. Это плохо. Ну что сделаешь, какая есть? Ну как какая есть? Значит, меньше поливать ей. Так, вот сейчас будем проверять насос. Вот будем набирать воду в эту емкость. Это для полива у нас в огороде. Вот я. На зиму я открывал кран, чтобы там вода не оставалась. Вот сейчас открываем и заполняем систему водой. У нас скважина. Сейчас я включу. Насос еще не включали ни разу в этом году. Пробуем. Вот. Сейчас услышим, пойдет, если вода. Насос работает. Хочешь залезть, Сюша, посмотреть там, идет ли вода? Все, вода пошла, можешь залезть посмотреть. Мне только интересно. Ну, залезь там, посмотри. Водичка поступает, ну сейчас пока тихонько, но должно продавить. Лестница какая хлипкая. Да, ну, залазь, меня выдерживает. Ну, еще получше залезть. Страшно так. Ну, здесь надо будет ее другую лестницу потом. А как там грязно. Идет потихоньку. Все, потихоньку слажу. Ага. Надо будет, да, подделать лестницу маленько. Она уже тоже старенькая, да? Да, она что-то хлипкая какая-то вообще стала. А по трубам она скоро пойдет там или нет? О, какая грязная. Ну-ка, там, по-моему, вода течет. Или это... А, нет. Так, я тоже увидела, что грязная. А, нет. Показалось. Сейчас... Я сейчас посмотрю. Давай здесь проверим, пойдет вода или нет. Осторожно только. О! Видь, как ой, грязная, грязная какая. Почему? Ну, вот надо это ее прогнать. Это скважина то, да, что? Да, со скважины, так она сколько стояла. О! Так, все, теперь пойдем в самый конец. И то кран воздух выгнать систему. Вот уже водичка пошла, да? Ну такая, сероводородом. Да, пахнет сероводородом. Да,
Сейчас будем тоже полностью выгонять воздух в систему. О! Вот так, чтобы полить. А-а-а. Ёлочки. А да что-то она, эта ёлка-то засохла. Ну, просто, чтобы не здесь грязь была. Ну, да. Вот уже водичка у нас в систему сюда пошла. Воздух весь вышел из системы. Сейчас у нас в трубопроводе полностью вода есть. Можно будет поливать уже в огороде. Холодная такая вода из-под земли-то. Все равно сейчас воздухом идет, видишь? Сегодня будем сажать свеклу, редиску, кабачки. Что там у нас еще осталось? Дайкон. Угу. Как раз вчера у нас уже земля подготовлена была со вчерашнего дня. Здесь мы вспахали. Вы это видели в прошлом видео. Ну вот, сейчас будем делать. Я уже сделала борозду. И сейчас семена будем раскладывать. Принесли мы семена. Сейчас будем выбирать. Ну, пока, может, не просто, все будем. Просто покажем вам, да, что мы будем сегодня. Ну, что мы сегодня. В общем, сначала нам нужно, Ксюша, решить, какую редиску будем мы. Потому что редиски очень много у нас. И поэтому хочется разную. Посмотрим. Угу. Сортов-то много. Может, даже понемножку разную сделаем, да? Для разнообразия. Ну, да. Ну, вот, редисочка у нас разная. Ксюша, можешь название потом показать? Когда, ну, да, уже... когда буду уже сажать, покажу, да, что мы посадили. Да, сейчас пока мы просто покажем, что мы хотим. Свеклу я уже посадила, еще хочу буду садить, еще буду сажать. Вот. Кабачочек обязательно, как без этого. Ну и дайкон будем сегодня. Это на сегодняшнее у нас работа как бы. Борозда уже готова, я уже посыпала золой. И вот можно на таком расстоянии раскладывать семена. Хорошо. Я пока буду делать следующие борозды. Я хочу, во-первых, посадить какой-нибудь такой сорт, который мы еще не сажали. Да, посмотри, что не для разнообразия. Вот, например, краса Алтая. Вот такой вот первый посажу. Вообще мне нравится вот редиска. Сейчас покажу, какая. Вот с такими белыми хвостиками. Вот она почему-то мне нравится. Я не говорю конкретно про этот сорт, а в принципе то, что она вот мне больше нравится. Сортов-то много вот с такими хвостиками. Есть вытянутые, есть просто круглые. Вот такой вот тоже есть. Начнем. Краса Алтая. Краса Алтая у нас написано. Мякоть белая, плотная и сочная. Решили, что будем сажать всего понемногу, чтобы у нас было разнообразие редиски. Кстати, семена такие как бы достаточно крупные. Вот они. Вот этого хватит пока. А там уже посмотрим, какая понравится, то и будем покупать, да? Ну да. Просто, знаешь, я все пакетики оставляю, а потом проходит какое-то время, я их все выбрасываю, потому что их много накапливается. И когда приходишь в магазин, почему-то этих сортов не оказывается. Всегда разные сорта. Надо просто записывать. Нет, я прихожу в магазин, спрашиваю, он говорит, у нас такого нет. Mm. Получается, ходить по 10 раз в магазин не очень хочется. И покупаю, что есть уже. А если ну, видишь, постоянно бы ходить по магазинам? Мы ну, в как? Краснодаре покупали, в Краснодаре выбор-то есть хороший. Ну, здесь тоже много всего, просто... Ну, уж не сравнить, мне кажется. Ну, конечно, не сравнить. Это ж продавцы, они наоборот покупают все сорта в Краснодаре и сюда и привозят их. Ну, оптом закупаются, здесь оптом. Подороже. Там дешево, конечно. Здесь дороже продают.
Татьяна даже говорит, по рублю покупает. Представляешь, цена по рублю? Ну, да. Или здесь мы покупаем там 25-30, да, пакетик? Да, да. Или там рубль. Следующую посажу редис розово-красный с белым кончиком. Такое вот написано, что мякоть белая и бело-розовая, плотная, сочно-остро-сладкого вкуса. Эти семена поменьше размера. Вот такие семена вот. Следующий будем сажать дайкон. Называется клык слона. Интересно название такое. Мне советовали другой. А сорта не было другого. Я купила такой есть уже. Покажешь, как нужно правильно сажать, на каком расстоянии? Там посмотри, размер это ведь написано. Сейчас, подожди, открою. Посмотри, я ведь тоже это сейчас. На каком расстоянии? В ряду. Так. На глубину 2-3 сантиметра по 2-3 штуки в одну лунку. Ого. А я садила не так, не по 2-3. Между рядами 5 сантиметров, между растениями в ряду 25 сантиметров. Но мы же в один ряд будем садить. У нас получается, да, между ними 5 сантиметров. Хорошо. Ну, я по одной считаю. Зачем нам это так много? Отличный коробок. Ну, все, иду туда сажать. В этом ряду. Немножко. Посадите это так. Вот столько, ну, в половину. Да, в половину, да. Хорошо. О, какие крупные семена. Покажу сейчас. Вот какие семена-то. Прямо после редиски-то отличаются. Он хорошо растет-то здесь, дайкон? Да, его все садят. Просто я не садила, нет, я один раз садила, но я посадила его не вовремя. Угу. Его тоже нужно знать, когда садить. Я посадила летом, и что-то он как-то, не знаю, может, то, что жарко было, надо было больше поливать. А он, знаешь, что он зацвел у меня? Что-то зацвел. Вспомни. Для раздолья им же надо больше места, простор, чтобы был. Поэтому я решила, что с боков посадим редиску, она потом уберется, и кабачкам будет раздолье. Следующий на очереди у нас редис французский завтрак. Написано, что это раннеспелый сорт, удлиненно-цилиндрический, красный, с белым кончиком. Мякоть белая, иногда нежно-розовая, сочная. Ну, французский завтрак, я люблю вот этот сорт, он прям мой один из любимых. Не ходи там. О, семечки-то крупные. Не ходи там. Поняла? На том ходить. За том ходить. Бегать, топтаться. Поняла? Вот дорожки есть, ходи по дорожкам.
пошла. Вот такие вот семена французского завтрака. Я сейчас проверила, посмотрела, в упаковочке всего 13 семечек кабачков. И их советуют всегда садить по два, потому что вдруг один не взойдет, то другой взойдет. Но если два взойдут, можно просто их проредить. Потому что бывает и такое, посадил в луночку, а семечко не взошло. Обидно, ведь и место пустое. Или ворона выклевала. Точно. Они же постоянно летают. Будем садить также по два. И рядышком мы еще это... В лунке, да? Да, по два сделаем, по два в лунку. Знаешь, и каждый год говорю, садить буду кабачков меньше, и опять сажу много. А с другой стороны думаешь, ну они же не портятся, но так быстро. У нас вообще-то кабачки хорошо идут, мы же любим там их пожарить. Там. Ну да, но просто я вот в том году садила 5 кустиков. А зачем много, по идее, нам? Ну я почему и хочу их лучше по два, потому что вдруг не взойдут. Бывает такое, ведь семена, даже вот смотрю... Такие семена, какие вот, видно, что она уже все, какие-то пустотелые. Я вот посмотрела, что они какие-то не все хорошие. Вот это вообще какое-то бракованное. Вот видишь, это, считай, уже бракованное. Это какое-то вот, ну вот видно, что они не все. Посмотрим, вот проверим. Проверим. В принципе, кабачки всегда хорошо растут. И их тут садят многие. Можно же делать с них... солить. Ну, мне нравятся больше не соленые, а именно вот свежие. А знаешь, нам что нам с папой понравилось, как я солила? Огурцы с кабачками. Очень вкусно, кстати. Икру кабачковую можно делать. Вот это вот, да. Поэтому, хотя хотела посадить вообще немножко, несколько кустиков, посажу опять больше, потому что будем какие-то пусть новые будет делать рецепты. Потому что, ну вот, как в этом году сказали люди, у кого есть огород, будем садить всего больше, потому что неизвестно, что будет с ценами. Будем также, говорит, заготовки делать, как раньше, хотя от этого уже стали люди отходить. Ну, проще в магазине купить, а сейчас в магазине такие цены, что, знаешь, хочется свое все-таки побольше. А мы всегда, конечно, делаем все больше своего, но будем садить, ладно. Есть земля, значит, надо использовать ее. Да, но мы всегда засаживаем все. Просто как-то вот здесь я заметила, что не все жители... консервируют, на зиму делают, как-то уже от этого отходят. А мы пока еще делаем. Может быть, конечно, отойдем скоро от этого, будем делать меньше, но в этом году будем делать новые рецепты. Не все то, что делаешь постоянно, оно приедается. Даже у нас вот сколько всего осталось еще в подвале, мы уже это делать не будем, потому что мы это не съели. Кустиков, кабачков. Это очень много, это просто, я не знаю, это очень много. Ну, а здесь у нас посеем свеколку. Она всегда нужна, хорошо борщевую заправку, она хорошо идет. Как говорится, один раз делаешь, и потом весь год можно это борщ варить. Удобно очень. Ну что, все сейчас вытащу. Не буду банками закрывать, не хочу. Хотя садила сюда кабачки под банки, они быстрее всходят. Но опять надо доставать это все там, поливать, а так уже открыл уже все, пусть само по себе растет. Не будем торопиться, успеет вырасти. Мишутка помогает нам, да. Ой, Мишка помогает, ходит, все проверяет, да. Молодец. Вот так вот? Да, 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 да. Молодец. 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 Вот сейчас сидит уже хоть, не бегает. Зачем ты облизала его, эту камеру? Мишка! Так, Мишка! Пойду скажу, что я тут несу золы еще. Давай. Золы не хватило. И это обувь переодену как раз, это жарко уже в сапогах ходить. Ведь можно и так ходить. И между кабачков мы еще посадим свеколки. Цилиндра называется. Такой вытянутый сорт. Так, вот мама как раз здесь посыпала. Нам нравится такой сорт. Я всегда только ее люблю. Чистится легко.
Вкусовые качества очень хорошие. Я всегда такую покупаю. Мы просто пришли к команде, да, не было этого сорта. Мы потом купили в Краснодаре. Ну, это мы были просто там. А или это пакетик вроде бы... А, нет, этот пакетик я вроде покупала в Темрюке. Мама, помогай. Да. Лежи, а? Ложись. Ляг, лежи. Не броди, не ходи. Куда пошла? Ложись тут, ляг. Так, выращивают посевом в открытый грунт на глубину 2-2,5 сантиметров. Так. 30 на 10 сантиметров написано. Ну вот на упаковке 30 на 10. Значит, 10 сантиметров от свеклы, дюка, дружки. Угу. Ну близко и не надо садить ее. Хорошо. Если ты получается два спичечных коробка, вот такие. Ну да. Улетела свеклка. Сейчас у нас будет обед, и мама попросила меня для обеда нарвать свежего зеленого лучка. Сразу слышно, как у всех мотоблоки работают. Шум со всех сторон. Кто что делает? Потому что в такую погоду грех сидеть дома и ничем не заниматься. Ну вот, уже считайте, немножко лучка, хорошо. У вас прошло совсем немного времени, а мы уже пообедали. Обед у нас был. Снова вышли в огород, потому что мама говорит, есть еще чем заняться. Ну, я говорю, давай чем-то тебе помогу. Хотя мама, конечно, хотела уже сама идти. Вот, потому что, вы знаете, после обеда так не хочется ничего делать. Хочется лежать, отдыхать. Вот, но я думаю, погода хорошая. Не буду сидеть, вот наслажусь по полной этим днем. Не прогадала, по-моему, даже ветра меньше стало гораздо. Так что сейчас мама мне даст задание, скажет, что я должна буду сделать. Рассказываю нашу необычную идею. У нас перед домом здесь есть вот пространство, обычно мы здесь пахали и сажали что-то там, картошку. Один год у нас перцы здесь сидели, и мы решили,
что это место очень бы подошло под пруд. У нас была мечта сделать прудик. Мы не используем никаких схем пока. Мы просто очертили вот это место, поставили такие палки, которые будут нам ориентиром. Не маленькое, сразу видно. Конечно, может быть, по ходу работы оно уменьшится в размерах, как-то изменится. Но, в принципе, вот это место вот мы выбрали вполне неплохо. Считайте, выглядываешь из окна и видишь, что у тебя здесь цветы, какой пруд. Я думаю, за какое-то определенное время мы это сделаем. Потому что копать буду и я, да.